очень много в нашей практике случается онкологических проблем. Если раньше эти проблемы были, скажем так, встречались очень-очень редко, и мы только как в консилиумах их могли рассмотреть, то сейчас у нас на приемах встречается, как правило, 1-2 человека, к сожалению. И в данном цикле, на котором мы сейчас обучаемся, в этом очень большая необходимость. Очень хорошую базу, которой мы вот подпитываемся, обучаемся и, конечно, будем использовать в нашей практике. Я просто дополню, что как бы в своей работе мы еще хотим все время совершенствоваться. И так как офтальмоонкология в Крыму вообще не развита, рекомендовали, и мы с удовольствием согласились посетить этот цикл. Организаторы настолько четко запланировали, сорганизовали данный курс. И действительно нету свободного времени. Свободное время только вечерний период времени. Все остальное хочется посещать лекции, хочется ходить в операционные, хочется ходить на консультации. И единственный недостаток, наверное, мы не можем раздвоиться и побывать везде одномоментно. Очень хочется оказаться везде, потому что цикл построен настолько грамотно, и нам предоставили доступ даже в операционную, помимо амбулаторного приема. Посещая много курсов, я еще не сталкивался с таким. Либо операционное, либо лекционный материал. А здесь сотрудники отдела прямо максимально стараются передать нам свои знания, которые мы, я надеюсь, сможем применить для своих пациентов. Екатерина Сергеевна. Вот. Евгения Сергеевна, Вера Андреевна, вот хотелось бы этих лекторов на сегодняшний день отметить. Вот и Булгакова Евгения Сергеевна вот очень прекрасно владеет материалом, доступно практически по-семейному даже, можно сказать, объясняет это, отвечает на вопросы. Это идет не только лекционный материал, это идет дискуссионный материал. Яровая Вера Андреевна, прекрасный докладчик. Меня поражает ее вообще вот безумное владение самим материалом, который она нам доносит. Помимо этого, оба лектора, они работают в хирургии, они клинически, скажем так, подкованы, они все владеют информацией по пациентам. Но это просто, мне очень понравились эти преподаватели. Ну и, конечно, Журавлёва Елена Сергеевна, которая организовала фактически, вот и дает нам направление веточки, участвует в нашей так цикловой жизни, направляет нас. Вот реально большое им спасибо всем. Сказали, что если какие-то сложные случаи, есть необходимость посоветоваться, они всегда готовы прийти к нам на помощь. Это дополнительный, наверное, бонус этих курсов, потому что очень важно иногда посоветоваться. Случаи бывают сложные, и, как говорят, в медицине не бывает все по классике, как в книге. Вот. Поэтому очень благодарны лекторам, что они согласны пойти нам навстречу и в сложных случаях с помощью современных технологий. Телемедицину, мессенджеры. То есть мы со своей стороны можем посоветоваться, какие нам методы диагностики нужно применить, какие уже у нас есть для правильной постановки диагноза и, конечно, для пользы наших пациентов. Более того, мы разговаривали о том, что если есть необходимость в лечении в условиях МНТК, то коллеги готовы пойти нам навстречу и принять пациентов как можно быстрее. Циклы посетить хотелось бы все на базе вашего центра, потому что, мне кажется, все они такие будут интересные. В 2015 году посещал здесь же цикл по лазерным методам лечения. Вот, тоже было очень хорошо, очень доступно. И сочетание, опять же, теории с практикой. Вот это, наверное, для нас самый главный плюс. Обмен мнений тоже достаточно важен. Потому что если каждый случай индивидуален особо, и книги – это прекрасно, замечательно, мы ними пользуемся, но есть и отдельные случаи. Хочется сказать еще спасибо Андрею Александровичу Ярову за то, что у него такая команда, которая старается, чтобы коллеги в регионах самых отдаленных тоже
получали эти знания.